Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. И с вами Лариса. Сегодня хочу изучить и поделиться наблюдениями с вами о выращивании самого жгучего в мире перца – хабанера. Он привлек мое внимание за декоративность, разнообразие окраски, а именно желтый, оранжевый, красный и даже коричневый, за необычность и форму плодов, ну и, как всегда, люблю учиться и узнавать много нового о происхождении сорта, достоинствах и недостатках. Семена от фирмы Сидек. Родиной перца острова Хабанера, как и большинства, является Южная Америка и Мексика, но в современном мире достиг популярности и произрастает везде, где есть условия и температура плюс 20-25, и даже в любой квартире и на окошке. А так как острый перец хабанера очень жгучий, то я буду выращивать его исключительно в декоративных целях. Он среднеспелый, и от посева до урожая должно пройти не меньше 4 месяцев. В начале октября посадила хабанера шоколадный, и он вырос красивый и имеет уже по 8 настоящих листьев. Нисколько не потянулся и выглядит чудесно. Пора переваливать в большую по объему тару. Определяю время перевалки и пересадки по кроне. Если посмотреть сверху на куст, горшка не видно, значит, пора пересаживать. Горшочки беру побольше объем, сразу большие не нужно. Корни у перца маленькие, и кусты могут погибнуть в больших горшках, если грунт вокруг закиснет. Буквально больше на литр, максимум 2. Прежде чем извлекать кустик из горшков, хорошо его поливаю, чтобы корешки не повредились. Как видно, что они заняли весь объем горшка. Насыпаю на дно половину грунта и устанавливаю одной рукой, делать не очень удобно. Устанавливаю на дно. Обсыплю вокруг землей до 7 долей. Буквально вот чуть-чуть присыплю, а по краям хорошо. После перевалки хорошо приминаю и поливаю. Это обязательно, чтобы корешки прижались к грунту. Отдельно хочу сказать о поливах. Этот перец не очень любит переливы, поэтому лучше не долить, чем перелить. Ну а эти цвета, оранжевый, желтый и красный, в каждом пакетике по 6 семян. Посею их сегодня же или завтра, чтобы к весне и лету кусты уже зацвели. Делаю это классическим для себя способом. Посевом в инкубатор с кокосовым субстратом. Заглубляю семена на 1 см и обильно поливаю. Накрываю пленку и жду всходов. Кому интересно, об этом уже много раз рассказывала, оставлю ссылку внизу под видео. Еще хочу сказать, что если у кого нет подсветки, лучше отложить посев всех острых перцев на февраль. Сеять домашние или адаптированные к домашнему выращиванию перцы острые можно круглый год, если обеспечить досветку и температурный режим. Если же таких условий нет, то лучше всего посадить в феврале вместе с остальной рассадой. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!